Так, все, я на втором этаже поставил ящики, иду к вам. Так, что там, Мэтт? Да я не знаю, как это все забирать, этот трындец. Так, красные карточки еще. Ящик стрел? Ну, практически он красный, посмотри, около шкафа. Охренеть, вот это да. Ага, это я по всем ящикам насобирала. Ну, из полезного я нашла берданку. Эту амбразуру, нагрудник железный. Ну и так, по мелочи. Валеры. Давай, ты кое-что заходи. Я наверх пошел, лутась. Не, а так-то у них по стволам что? У них был Томми Ган, были берданки. Мы же у них тогда все отжали. Биги отжали, когда стычка-то была у нас на РТХе. Валеры. А ты забрала эти бичи? На переработчик тела. Бичи я первым делом забрала. На картонах, в РХБЗ, в РХБЗ. Да, налево. Ага. Ходит. Да, далеко. Типа готово. Повезло. Разгрузился. Все, погнали. 500 скрэпа плюсом. Вот, сюда шкаф у нас встанет. Теперь надо замутить такую же процедуру здесь. Вот здесь билда не бьет. А что там про пилу говорили? Она есть. Ты ее изучишь. Корпус на Томпсон. Ну вот как-то так. А вот сюда я смогу отвезти? Куда здесь билда? Билдинг. Привилегии, это вот бляха. Не, ну так-то по сути, ну, мы можем отвезти сюда. Правильно? Ну, как бы похеру, что с билдой будет, что она с билдой будет. Правильно? Давайте сразу там сломаем. Не, не надо сломать, не надо сломать. Все нормально, как бы я тебе говорю, мы здесь шкафа холодильник просто не будем ставить. Да. Дрозд, ты посмотри на этот гамбургер, блядь. Этот... Нет, лучше здесь отказаться от этого. Как мне отсюда отвезти? Точно. Вот билда где заканчивается. Ух, так это будет соединено с домом. Нет? Да. Подожди, как это там? О. Короче, смотри, Дрозд. Смотри, здесь ставим треугольник, да? Выход вот сюда, на улицу. Вопрос в другом. Как мы будем входить, ну, типа в шкаф? Через верх? Мы можем шкаф-то и наверху поставить даже сам. Это уровень, да, все? Я на нем. Да? Да, все, это уровень. Вот, и вот здесь вот поставим шкаф, да? Вот типа, знаешь, как будто это какая-то типа нычка. Вообще изи. Получается, смотри, я сейчас ставлю шкаф. И все? Ну, можно его соединять? Да. Все. Горит красным. Из-за чего? Из-за лестницы? Или что? Кругом одни гриферы. Смотри, не соединить! Они со... Чекай! Фиксили, что ли? Смотри! Красным горит! Ну, прикольно. Да, слушай, здесь тоже не соединяется. Прикинь, тварь. Нет! И чё, мое творение просто идет нахер? Я добыть много камень. А, надо? Знаешь, почему я-то не могу соединить уж точно? Ну, ты не авторизован. Да. Мне кажется, вот это что-то с этим говном связано. Не, они... Вот, рядом, смотри, ставится, а вот это, вот здесь не ставится. Так, ну ладно, хорошо, типа здесь ок. Вот здесь вот я не знаю, что делать. Тогда наглухо долбить.
Подожди! Дрозд! Мой мозг сломан! А почему? Почему? Ага, помогите! Все, мне надо срочно выйти из Раста. Как? Как это получилось? Ты понимаешь? Я нет. Я помню. Ладно, слушай, пока работает. Ага, соединено! Надо сверху сейчас соединить. Да! Стенки зарешали, просто что? Типа, знаешь, ты открываешь огромное это пространство или мелкие двери? Что рушится? Эти уже, короче, двое бегают, понял? Шкаф! Наш шкаф! А из-за чего же? Я не понимаю! Из-за чего наш шкаф разваливается? Что разваливается дальше? Я разваливаю, чтобы отсоединить его скорее. А. Пропало там? А из-за чего? Что там еще собираешь? А сейчас? Есть. А, стены. Чекай. О, пропало. Это были стены. И все заново. Ты почему он развалился? Я не понимаю, почему шкаф развалился. Какого хрена? Я тебе про то и говорю, про шкаф. Ладно, делаем еще одну попытку. Я поставил гребаный шкаф. Я закинул в него ресурсы. Он не соединяется, потому что нам нужны стенки. Хорошо. Поставил треугольник, соединил. Сидим, кукуем, ждем, что с ним будет дальше. Смотрим. Слушай, тут очко мерзнет. Сломал. Что это? Он сломался? Я посмотрю, точно скажу. Да, его нет, все. Он минус. Вот тварь вообще. Я не понимаю, получается, я рушу какой-то потолок и срабатывает типа херня, как тыквы с этого слетают, как его, с камина. Че, придется оставлять так тогда, да, или что? Ну, соединенным с домом. Ну, получается так. Без шкафа. Ну, с нашим шкафом основным. Ну да, основным, так и все. Бляха, охренеть не встать, я просто... В шоке. Решил изобрести крутой дом со всей этой шляпой, которую соединяю тогда и вот это вот. Я все тогда соединяю, Дрозд. Ну вот ты бежишь, как бы, вот тебе башня. А здесь прятаться за этими. Ну, можно, в принципе, так. А как ты еще предлагаешь? Могу так. Не, так дальше. Некрасиво, так, что только, ли? Так только стоя вниз стрелять. Смотри, отсюда прострел есть. Отсюда тоже. С жопы стрелять ты можешь. Как бы это странно ни звучало. Вот, ну, типа все. Или все-таки окно сделать? Дверной проем. Гаражка. Нет. Ну все, грейжу. Это окончательный вариант. Да. Подожди. А что, если это превратить? Смотри. Тоннель. А, знаешь что? Вот сюда витрины поставить вместо стен. Вот это более прикольнее. Так, ну все, получается, здесь завершено. Сюда надо будет скрафтить эти окна. Да, витринки вот эти вот, двери. И решетки. И у нас первая вот эта вот лапа готова. Дрозд, мы это сделали.
Это все, да? Остаются двери, гаражки, эти, ну, магазинки и все. И выбить. И выбить. Е-мать, ты посмотри, что это? Это ракета, та самая ракета в завершенном виде, но тогда стейбл был намного лучше, и она должна быть выше, по сути. Намного выше. То есть движки получились, все нормально. А вот сердцевина из-за стейбла... Ну, короче, не, если у нас там в центре накидать вот этих вот рамок, то, возможно, я смогу поднять выше. Ну, я думаю, что вот еще буферку когда сделаем, тогда будет вообще прекрасно все. То, что она, ну, тонко слишком выглядит в центре. Не, ну, факт в том, что... Емать, вот это, блин, на официалке такой проект. Ух, хорошо. Теперь я буду брать сейчас весь металл, какой у нас есть, и делать магазинки. А ты можешь посчитать, сколько надо? Рестарт через 300 секунд. Чё? А долбить, долбить? Ха, я читер, смотри. Чё там, 10 секунд? Да, 3, 2, 1. Чёрт, нет, не говори. Ясно. Настал следующий день, и вы уже догадались, почему я с Орехом. Нас зарейзили. Потому что, когда выкинуло с сервера, было обновлено 8,7 мегабайт второй раз. Мы обновились и встали в очередь в 100 человек. Соответственно, сидеть в очереди в 100 человек никто не собирается, потому что это иногда занимает до 5-6 часов сидения в очереди. Не успел, ребята, достроить хату нашу, да укрепить ее, но здесь, извините, я не виноват. Сервер ушел на рестарт, нас выкинуло и все, и GG. Поэтому нас, скорее всего, нас зарейдили, отомстили вот те пацаны, которых мы рейдили бичами, вон там вот. Ну, вы поняли, про кого я говорю. Но это все не беда, вернем дом, и я, наконец-то, завершу данный шедевр. И насчет мести, конечно, знаете, мстить пещере, устраивать траусе номер 2, я на самом деле даже не хочу. Вот, поэтому посмотрим, посмотрим. Нет, мы, возможно, отомстим им. Но пока что я занят маленько другими планами. А планы будут таковы. Вот эти вот штуки я все оставил под турели. То есть по нажатию кнопки, вот эти гаражки, которые будут здесь стоять, они будут открываться. И во время нашего рейда, ну, если нас пойдут рейдить в онлайне, да, вот, рейдерам очень даже не повезет. Так что вот такие вот дела, восстанавливаемся, вон там хата есть у нас наверху, и мы пока что поселились в ней. Надо по фасту вышибать двери. Конечно, печально, то, что так все вышло, но ничего. Здесь уж все было не в наших силах. Мы просидели, мы потратили на вот это вот строительство такого дома около, наверное, 10 часов. То есть, вы представляете, сколько там труда вложено, что пацанов, что фармеров, девчонок. И все практически на смарку. Поэтому, чтобы это было не на смарку, надо вернуть этот дом. Так, все, ребят, мы собираемся на рейд, у нас есть 8 бичей, и адекват у нас предлагает выбить именно эту стенку. Не по дверям идти, потому что там неизвестно, сколько они дверей наставили, а сразу долбануть в район шкафа. Подожди, адекват, а если они шкаф поставили туда, где он у нас и стоял, то нам не хватает бичей. Да там плавит. У нас шкаф стоял где, вот здесь вот или вот здесь вот? Блин, я помню, там гаражка торчала. Теперь ее нет, да, теперь была... непонятно. Вот здесь вот, получается, вот здесь вот. Молодец. А где шкаф? Хер знает. На втором большой этаже, большой, что ли? Вопрос. Подождите, а он вообще есть? Есть, есть, я проверил блоки. Дай подсад. Его, походу, застроили нам. Где-то. Вот здесь. Нет? Да, или да, это буферка? Не было у нас буферка. Да, вот он здесь. Так, кирка уже есть. Долблю. Один кто-то остается на этом, трое выдалбливают. Он в это, нормальный, выписал. Так, как он стоит? Вижу.
кодовый повесил. Мэтт, давай. Бах, и вот сюда шарош эту. А, там двойная осталась, все нормально. Так, сейчас. Мужик, подсади меня, пожалуйста. Вот сейчас мне разрушь, я пошел, возьму на инструменты ресы. Застраивай. Так, никого нету, давай. Застраивай. Так, а я этот же ставил где-то, верстак-то вот этот ремонт. Ну, вон он стоит. Второй. Нахера его крафтил? Куда вы бьете-то? Сначала дверной проем, дверь. А мы тогда не влезем бить. Здорово. Надо сначала его лучше разбить, иначе... Двойной поставить, двойной и гаражку. Нет? Нет. Ну, добьем до десятка там. Ну, вот я тоже думаю сначала подавить. А я думаю о безопасности. Давайте. Привет, Бонни, привет, адекват. Здорово. Здрасте. Идет-то. Кто-то бежит. Да. Они! Ува! Открыл, блядь! Hello, boys. How are you going? Выйди. О. Пацаны, может, вы там выйдете? Будем бить? Это был Ику, Кокс, Шилл, но беседа. Да, это эти, которых мы рейдили. Отдай. Кодовый? У кого кодовый? Адекват. Все, давай, ставь стенку там, а здесь двойную. Надо зачинить ее. На, металл. Так, я резко все выложила, вот верхний ящик. Ага. И мне надо за камнем срочно, чтобы дом перестал. Так, все, хорошо. А, снимаю кодовый. Мэтт, у тебя с собой двустволка? Разбиваем, короче, парами, все. Готово, ну, поставил. Там же все? Да. Мы вернули дом. Красавчик. Весь. Так, что, пидоры? Да. Убил его, все. Хера бот летает. Бежит там кто-то одет. Это я. Что, было что? Хорош. Биг Валера тут, скрап у него. Нихера себе. Бузы. А что в руках, я не нахожу. Ну, шприцы у него были. Опа, у меня берданчик с горы. Я вижу тебя, адекват, не вижу его. Но он сзади меня. А, вижу. Убил его. Готов, хорош. Получи, пидор, сука, хедшот, блядь. Адекват там, главный мститель. Еще он по пятка зажимает со стороны соседей. Плюс берданка, плюс биг. Блять, у меня же... Еще. Да, сверху. Трое там. Голова. Блять, мне голова, я откис. Так, есть что в этом старом-то у нас доме? Ну, там хуй не. Они уходят к дороге. Бля, я думал, это наши по карте что-то. Уходят, все. Наши. Так, рекордс... А, подожди, Тер как раз вон на аэропорту... Бери все эти причиндалы, иди перерабатывай, мужик. Под лестницей. Стрэша, который, да. А тогда придется либо две стенки ковырять, либо три потолка ставить. Две стенки ковырять или три потолка ставить, что? Вот здесь вот, допустим, ковыриваем, и у нас вот тут ставится треугольник. Так, и от него я веду сюда. И от него же я приведу туда. Получается треугольник, квадрат треугольник у тебя здесь будет, а это будет стрёмно. Здесь же квадрат. Ну ты квадрат это должен поставить, чтобы поставить это... Микросхемы перерабатывать? Да. Я потом это удаляю и остается вот здесь и вот здесь. И он падает, потому что он держится только на этом квадрате. Он же не привязан будет к стене, он будет привязан... А ты понимаешь, что полустенок разрушается, и у тебя вот здесь вот висит треугольник без опоры, на который он был поставлен? Так при чем здесь разрушается? Ты его не разрушаешь, ты вместо вот этой стены сейчас поставишь два полустенка. И они будут висеть всю жизнь. И все. Нам я от них? Короче, ладно, одну расковыряем. Сейчас будет драка. Намечается драка.
Так. Бах-бах. Смотри. Бах. Так. Дальше смотри. Бах. Вот, вот так вот бах. Так. А бах. Теперь мы это ломаем, правильно? А теперь мы это ломаем. А? 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 А драка-то что, будет? Признаю, будет драка? Признаю. Я уже сам сомневаться. Ты в меня посеяла семя хуйни. Надо тебе мое семя. Так, ладно, все нормально. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот электрику надо. Бонни? Да. А, молодец, спасибо. Вернулся таки, смотри-ка. Даже патронов не потратил. Запомнил, сколько было, да? Прикладом забил, да? Сейчас мы все сделаем с тобой вообще, как батьки. Вот надо ящик разобрать здесь. Ой, да как вы задолбали срать во все ящики, ну сколько можно. Все, Мэтт поставил электрику, но придется на кодовую вешать. Готово. Все, проблема решена.